Теперь официально, Xiaomi Mi 9 действительно используется в соусе Qualcomm Snapdragon 855. Слухи приписывали смартфону Xiaomi Mi 9 однокристальную платформу Qualcomm Snapdragon 855, что и логично, ведь речь идет о флагмане компании. Теперь появилось официальное подтверждение тому. Эту тизерную картинку опубликовал в социальной сети Weibo глава Xiaomi Лей Цзунь, Лэй Джан. Но на этот раз он не отделался только лишь этим. Топ-менеджер сообщил, что, оказывается, с целью налаживания более плотного взаимодействия с Qualcomm, Xiaomi еще в августе 2017 года открыла в США совместный центр разработки и исследований. И поэтому еще со старта работ над Snapdragon 855 специалисты Xiaomi участвовали в обсуждении вариантов конечных продуктов на этой платформе, решений по оптимизации соуси и так далее. Теперь становится понятно, почему самым первым смартфоном на базе соуси Snapdragon 855 стал именно Xiaomi Mi Mix 3.